Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор и прокачка вот такого именно фараона. Имхотеп он здесь называется. Герой, честно говоря, старенький, невостребованный. Единственное, что он нужен судьбе для прокачки. А других героев, в принципе, у меня там вроде и хватает, и без него очков. Ну, я решил его прокачать именно с порочным пактом 8-8, потестить, посмотреть на его урон, что он будет делать, как он будет ломать стены, например. Востребованности в нем никакой нет, поэтому если у вас есть свободные ресурсы, не вливайте в него, чисто ради силы, тогда да, есть смысл качать. Для обычных игроков от него толку никакого не будет. Герой старенький, жизни у него, как видите, очень мало, 37 тысяч всего. Атака тоже небольшая, но это он у нас пока не прокачанный, у него только просвет вкачанный. Стоит пятая ремка, давайте посмотрим на него в действии. Вот так вот он, летающий герой. Ну, как видите, ну, дамаг есть, но с пактом его просто будут сливать сейчас. Так, окей, давайте его немножко подкачаем. Возможно, я просто его прокачаю, буду трешовать с ним на подземках, хотя мне подземки больше нравятся, с гарнизоном бегать. Так, давайте делаем эволюцию ему. Его можно купить в магазине, то есть это магазинный герой за кристаллы героев, то есть нет никакой проблемы его добыть. Так, сейчас мы немножко его улучшим. И сделаем ему аугментацию. Как всегда, проблема с золотом. Так, есть. Давайте сделаем аугментацию. Как видите, надо очень много книг для прокачки такое. Поэтому приходится скупать все базары. PvP локация, я сразу говорю, этот герой медленный, толку нет. Где-то так использовать это, как вариант, я вижу для начального аккаунта на подземках еще, да. Ну а так... У него третий пиромах упал. Ну, в принципе, пиромага ему тоже будет хватать. Ну, может, что-то на урон интересное получим. Не, ничего такого не будет. Да, с чарами всегда была проблема. Достать что-то интересное. 4-5 доспех. Давайте доспех тыкнем. Будь более живучий будет. На 11-12 скилле у него там кроме 60% урона на 12 добавляется еще возможность понижения защиты атакуемого героя, то есть цели. Так, так, поехали, соберем сейчас его, сборную солянку сделаем, как обычно, нету смысла затрачиваться на таких героев, смотрите, уклонение даже есть, может оно нас спасет в дальнейшем когда-то, но я в этом очень сомневаюсь. Ну, для подземок, думаю, будет интересный герой. Не забывайте, ребят, этот видосик участвует в конкурсах. Все, что вам надо, в описании с конкурсом. На огне крыла там все есть. Все я объяснил, думаю, подробно. Поэтому с вас лайк, репост, коммент. И все будет огонь. Так. Что я ловлю, я даже не знаю. Можно было даже ему больше жизни наловить. На крит. И сейчас по 450 еще. Двоечек наловим. Так, жизнь. Крит резист. Нет, спасибо.
Вот так вот, смотрите, как уклонение. И точность упала. Ладно, пусть будет такое. Так. Давайте еще его докачаем. По чарам не заморачивайтесь. Ставьте, что есть, как бы. Нету смысла в него вливать, опять же, ресурсы. Не тот герой, который стоит этого. Раньше, возможно, когда-то он, да, был там кайфовый. Но сейчас он уже... Он уже давно не то, как и многие герои, к сожалению. Есть куча новых героев, которые более универсальны, поэтому вливать в него ресурсы смысла никакого нет. Как я люблю фармить рейды, когда куча юнитов. Если раньше я там бегал за маной, то сейчас я бегаю за золотом. Вот смотрите, с одной плюшки просто выносит. При том, что он у меня с железной волей, его, конечно, жестко шотят. Да, я так долго буду собирать нужную мне сумму. Но нам надо немало. Аж целых 5 миллионов. Так, отлично, еще немножко. Есть. Вот делаем апгрейд, давайте на максималку сейчас его вот так вот прокачаем, все равно потом книги вернем. А что мы имеем? Мы имеем 72 тысячи жизней, фигня, а рунами и просветами больше в два раза получили. А, атаки тоже немного, это пока первая эволюция. Давайте ему скилл под шаманим. Вот так вот. А на десяточке уже у него 300%, 1 секунда комы. Все стабильно, стандартно. Поехали по тесте. Такс. Ну, как видите, половины жизни уже нет. Стрелок раз ультанул, и все, и до свидания. Второй раз, и он его просто слил. Медленный герой, то есть зональная атака, да, классно, но пока он добежит, его просто разберут, либо там некоторые дальники, да, любой герой, в принципе, разобрать его может спокойно. Ну, сейчас вот видите, урон, конечно, неплохой, 180 тысяч, я вам скажу, это немало, но посмотрите, как мы убиваемся. Сейчас пусть он опять включится. По дамагу, конечно, он жесткий, но вот так вот. Даже с магией он не особо тащит. Но стрелок убирает за две плюшки. Так, давайте посмотрим на экспедиции. А даже не на экспедиции, давайте пустынные. Сейчас мы составим команду. Надеюсь, нам повезет и нас кто-то возьмет с собой. Так, ну, вроде отлично, он уже здесь есть. Буду надеяться, что он выйдет и наших посливает. Мне не получилось. Неплохо так. Все отлично, он вышел с боя. Сейчас посмотрим.
там у нас содержимое? Ну, пока они там бегают, мы вот его включим сейчас. Так, смотрим. Хранитель Bigfoot. Ну, включился, все, слился. Ну, в общем, такое вот, ребят. Даже нечего вам, честно говоря, показать. Надеюсь, он в подземках будет более интересным. Так, давайте сделаем. Сейчас нафармим еще немножко золота. Знаю, есть, бывают интересные сборки героя. Бывают герои, которые вообще никакие. Ну, тут ничего не поделаешь. Приходится все равно всех качать, потому что рано или поздно они будут в судьбе. Вот интересно по поводу судьбы, она скорее всего скоро у нас где-то в новом году закончится, и интересно, что они дальше придумают, потому что героев у нас там осталось на 2-3 обновы по сути. Так как раз к новому году мы закроем полностью все кольца. Что же будет дальше? Ведут восьмые руны. На английском, ладно, куча плюшек. Смиримся, можно будет играть. А на русском что делать? Такс. Блин, как это напрягает, конечно. Вот, отлично. Поехали, делаем вторую аву. Как видите, там сколько, 7500 получается, он стоит, если брать кагашки. Но он, конечно, того, то что вы видите, то что я качаю, даже не стоит делать, потому что просто потеряете ресурсы. Я качаю из-за того, чтобы получить больше силы, ну и конечно же в судьбе иметь тоже нормальные бонусы. Так, окей. Есть, поехали, финишная прямая. Можем, кстати, даже его сейчас затестить, посмотреть. Он уже со второй эволюцией должен более быть, скажем, таким устойчивым. Но урон, как видите, 184 тысячи, 170, 200 я пока не вижу, к сожалению. Но преимущество то, что он станет, а 226 было. Ну вот как-то так, смотрите, вот зонально сейчас он вообще их красиво просто разобрал, черепа убрал, вот так вот, вот вам и фараон, ребят. Конечно, в такой сборке он, вот все просто. Кстати, если видите, вроде и летающий, но бегает по накатанной схеме. Видите, бежит в обход. Он летающий, но он не летает над забором. Как ни странно. Ну, типа он бегает, ну, с виду так как летает. Ну, такое себе, не знаю. Я бы не сказал, что он там... Сейчас ворожей его разберет. А, вот он включился, но не достает до ворожей. Такс. Окей. Давайте уже ему максималку прокачаем. Так, где тут к вам можно забежать? А вот вижу. Отлично. Ударил и умер сразу. Так, окей. Хватает. Так, что мы имеем? Мы имеем 129 тысяч жизней, фигня по сегодняшним меркам. 7600 атаки тоже, герой медленный, герой не успевает ударить. Урон, конечно, у него есть, но не такой уж и большой. И в PvP локациях он просто даже ничего не сделает. Я сейчас вам это покажу. Давайте побежим на... Давайте на арену сходим. Ради интереса. Так, что у нас тут?
Давайте сформируем команду. Так. Ну, надеюсь, он... Ну, тут, конечно, тут, если будут сейчас мелкие, и то, скорее, может быть такое, что его просто вынесут. Ну, нет. Тут он успел включиться. Конечно, тут у него дамага будет прилично. Если на 12-м брать, то там вообще будет супер. Сейчас должен нормально наносить урон. 160, 200, 163. Неплохо. Бигфутик есть. Не дали включиться. Забор энергии. Ну, вот так вот разнесли. Давайте этого попробуем. Ну, тут слабенький первая эволюция. Был бы у него еще какой-то иммунитет к разбросу, возможно, тогда да. А так забираете у него энергию, пока он летит, тот же самый душегуб, там, не знаю. Ну, вариантов очень много разных, и от него никакого толку просто не будет. Так, когда включается, да, зональный урон, тут спору нет. Интересный. Ну, в 90% он просто не успеет добежать до героев. Вот стрелок, смотрите, сейчас стрелок выпустит своего этого, и все. Ну, все. Либо на любой отражалке он просто сольется. Вот интересно будет его потестить в подземке. Давайте в подземку сходим. Чисто ради интереса. Только надо магию обновить. Так, отлично, на магию нам хватит. Попробуем сейчас вместе с тыковкой. Тыкву первое, вторым его давайте. Так, ускорялочка. Тыковка наша проседает, к сожалению. Ну давай, тыква, я тебя уже на максималку. Как смог разогнал. Вот фараон против фараона. Ну посмотрите, урон вроде есть, но... Но не то. Даже здесь это не то. В общем, ребят, думаю, смысла вам особо дальше показывать этого героя нет. Собирайте, если хотите прокачать силу там с любым талантом, качните его, все равно потом сольете, не на основе у себя его слил. Когда-то он был кайфовый, сейчас он никакой, как и большинство героев. В принципе, все, пишите комменты, обязательно в конкурсах участвуйте. Все, что надо, ссылочки под описанием будет. Всем удачи, всем пока.